те площадки, где можно действительно посмотреть на инновационный продукт, как инновационная политика реализуется, в хорошем смысле этого слова, лучше. И, конечно, Татарстан, Томск, Екатеринбург, Новосибирск, Москва, Петербург. Ну, вот основные, так сказать, и награды нашей страны, если так говорить. У вас очень оригинальный биомедицинский кластер, то есть параллельно с мощным медицинским университетом, с мощным университетом по повышению квалификации, как ГИДУФ раньше это было, это очень известное авторитетное учреждение. Вы не пошли по пути присоединить медицинский университет, готовый к федеральному университету, а создали свой факультет, причем медико-биологический. Это очень прогрессивное направление. Почему? Во-первых, направлено на здоровье. Во-вторых, это здоровье поддерживается не только теоретически, но появились и свои клиники, чего мало в нашей стране. И третье, мощный фармкластер создается. Вот это сочетание химии, которое там с углеводородами, понятно, совсем-совсем. А применить эту химию на усовершенствование лекарственных препаратов, на разработку новых препаратов, это, мне кажется, и очень правильно, что это первый кластер, номер один, с созданием центров превосходства, вот этих академических единиц, потому что база-то есть, химики. В принципе, они работают там над краской, они работают над переработкой там бензина, топлива, нефти. Все это тонкие, очень хорошие методики наукоемких производств. И если это применить и приложить в фарм-индустрию, у нас ситуация такая, что сегодня ни одна практически страна, за малым исключением, не производит антибиотики. Безопасные страны. Вот сейчас прекрати что-то поступать. И в реанимациях люди, в больницах, в клиниках оказываются без важных лекарств. То есть вот это разрушенное в 90-е годы до сих пор не восстановлено. У нас сейчас примерно 80% зарубежных лекарств и 20 своих. К 2020 году поставили на поменять процент.